Запустить собственную криптовалютную платформу и новую валюту планирует шотландская баронесса Мишель Мон. У баронессы большой предпринимательский опыт. Она старается помогать и всячески поддерживать бизнес-леди. Новая валюта, предварительная продажа токенов которой запланирована на март, будет называться EQI. Мишель Мон надеется, что новая криптоплатформа сподвигнет других женщин-предпринимателей вдохновиться ее примером и инвестировать деньги в криптовалюты и блокчейн-технологии. Площадка получила порцию критики, так как предназначена только для крупных инвестиций в размере от 100 000 долларов.